Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале Оскарс. Завтра у нас 9 мая. Я хочу воспользоваться этим моментом и всех поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с победой. Пожелать вам хочу счастья, здоровья, всего самого-самого доброго. Пусть забота ваших близких будет для вас всегда надежной поддержкой и опорой в вашей жизни. А сегодня я хотел бы сделать обзор продуктов. Ну как же ж праздник без продуктов? Шашлыки, пиво, рыбки и все такое. Поэтому все это есть, все это будет. Вот, поэтому приступим к обзору. Напомню, что я скупился в супермаркете Ашан и некоторые вещи купил в эпицентре. Итак, приступим к обзору. Эй, а вот и наша поляна праздничная. Ребятки, ну что я вам скажу? Опять кучу выбросил денег, но хочу сказать, что это опять-таки в удовольствие и надеюсь на радость. Итак, продукты я покупал в супермаркете Ашан. Ребята, купил колбаски, потому как мои родственники, они приготовили шашлык свиного мяса, поэтому я со своей стороны купил вот такие вот три вида колбасок. Первые вот эти, у них такие названия странные. Мергези называются, они чистой говядины, вернее, 112 гривен за килограмм. Здесь где-то на 55 гривен. Вот эти вот колбаски, они колбаски украинские, 99,95 за килограмм, здесь на почти 130 гривен. Вот такие вот. И вот такие баварские колбаски, 75,95 на 91,60. Вот эта кучечка такая вышла, где-то, наверное, кило 200, чуть больше может. Вот, это у нас получается свинина с говядиной. И паприка здесь идет, и с чесноком. Это чисто свиные украинские. И маргези, это чисто говядина. Потом взял вот такие брюшки лосося. Ну, может быть, не 9-го, 10-го. С пивком пойдут у меня. Очень хорошие. Они стоят 28,72. Я, правда, не знаю, сколько здесь грамм. Сейчас скажу. Сто пятьдесят грамм. Вот такие брюшки лосося. 28,72. Вот такая пачка кальмаров. Там их всего 18 грамм за 20 где-то гривен. Вот такие купил, попробую, еще ни разу не брал. Кальмар солено-сушеный со вкусом королевский краб. Не знаю, какой это крам будет, но тем не менее, они стоят по 24 гривны. Вот такая пачка, здесь 35 грамм. Ребята, ну и конечно же чипсы, это вот эти за упаковку от 20 до 25 гривен. Вот, вот такую колбаску взял, дешевенькую варенку, где-то 60 гривен, наверное, грамм 800 может быть. Может быть какой-то салат, я не знаю, там может быть просто на бутерброды она пойдет, ну такое вот. Потом взял пивка. Каждый, мы договорились, каждый берет все, что будет пить. Поэтому я взял такие две стелы и два львовская 17-15. Стелла Артуа у нас по 22 гривны 16 копеек. Львовская вот это 15-66. Потом взял вот такие эклеры, хорошенькие, любимые мои, 60, где-то 65 гривен стоит 6 штучек здесь. Вот, потом я уже когда-то делал обзор, покупал и кильку, и лосось, и сардину в масле. Вот, килька у нас где-то 47 гривен за баночку, сардина в масле 40 гривен,
Очень вкусно, и килька, и сардина. Килька вообще, она вложена так именно, знаете, одна в одну, как шпроты. Там немножко совсем овощей, и томате, таком классный томат. То есть все супер вообще. Дорогая килька, но вкусно. Сардины тоже бесподобные, в масле. Вот честно, как в Советском Союзе было качество. Вот честно, просто, ну, так скажу, потому это так и есть. Так, ребятки, взял вот такую икру, мойвый деликатес, попробовать, по-моему, где-то в районе 30 гривен вот банка это стоит, 180 грамм. Вот. И вот такая вот Водный мир, это вообще классная фирма, икра с лососем. Ну, она тоже икра мойвая, просто с кусочками типа лосося. Вот такая вот. И вот такую взял икра трески, тоже где-то в районе 30 гривен стоит. Так, ребятки, взял вот такие штучки. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит в раскрытом виде. Опа! Ребятки, вот эта вот штучка вот так выглядит. Взял ее на подарок. На подарок, 29 гривен стоит. Это, кстати, брал в эпицентре, да, вот эту штуку. Накрываете удобно на столе, которые продукты у вас закрыть от мошек, комаров, мух. В селе это очень-очень тема такая насущная. Поэтому, опа, любые продукты положили, закрыли и забыли. И все будет добрым. Вот так вот. Вот такой вот подарочек будет для них. Так, ребятки, взял вот такие шарики. Они стоят 79 гривен. Это как бы создают антинакип в стиральной машинке. И плюс вот они так идут, два штучки. И плюс типа стирку делают мячи там и так далее. То есть вместе с стиркой забрасывайте их, вот с пакета их вытащу. В стирку забрасывайте в машинку. И вместе с стиркой пусть они стирают. Ну, посмотрим, какой эффект будет. Купил. Потом взял вот такой вот гель для душа. Акс. Две лампочки у меня перегорело. Вот такие вот. Они по 90 гривен ледовские. Две штучки кассетки. Вот они. 250 гривен. Ну и последнее, что я взял, а это адики. Ребята, китайские адики. Только по форме можно определить, что это адидасы, но без всяких на то опознавательных знаков. По надписям. 200 гривен такие, ну, топтаться можно в них. Вот так вот, ребятки, вот такая покупочка. Где-то вот это все вместе, короче, где-то мне обошлось 1700 гривен. То есть, если в доллары, это в районе 65 долларов. 65 долларов. Поэтому вот так вот будем отмечать завтрашний праздник. Вам всем желаю хорошего настроения, бодрого настроения. Поэтому завтра наслаждайтесь любимым шашлыком, пивом, вином. Кто что желает. Ни в чем себе не отказывайте. Все, ребятки. Только единственное об этом празднике завтрашнем позаботьтесь сегодня. И завтра вас будет ждать успех. И не забывайте ставить лайки. Пока-пока.